Здравствуйте, меня зовут Максим Земляной, я студент Академии ЦИСКа, студент Национального технического университета Киевский политехнический институт. Сегодня я присутствую на форуме ЦИСКа. Первое впечатление от форума, я на самом деле здесь первый раз, первое впечатление от форума, который еще пока не начался, самые неизгладимые. Здесь очень много присутствует коллег, можно пообщаться с коллегами. Здесь сегодня я так почитал программу, просмотрел программу, собственно, и понял, что сегодня будет три основных направления. Это безопасность, код и технологии совместной работы. Что хочется отметить? Атмосфера очень дружественная. Организация на высшем уровне. Спасибо компании ЦИСКа за предоставленную возможность поучаствовать в форуме. Меня зовут Сергей Карпов. Я учусь в Государственном университете телекоммуникаций. Хочу рассказать вам об этом мероприятии, что, ребята, развивайтесь, учитесь дальше. Не обязательно только ЦИСКа, есть много уйма других, но ЦИСКа, как на данный момент, самый, можно так сказать, компания, которая развивается, и можно хорошо устроиться на работу за границей. Учитесь, все в ваших руках. Я Никита Середенко, учусь в Государственном университете телекоммуникаций. ЦИСКа – это хорошая компания, которая дает, ну, именно в Академии отличную основу для IT-инженера, и я вижу в ней свое будущее. Меня зовут Евдокия, я на данный момент являюсь студенткой, плюс я работаю в дата-центре. Меня и посещаю курсы ЦИСКа. Меня заинтересовало данное мероприятие, поскольку оно повлияет дальнейшему развитию моей карьеры, обучению. Ну и это неплохой бонус и старт для начала своей карьеры и своего развития. Мы студенты Академии ЦИСКа и студенты КБИ. Мы пришли на конференцию, чтобы узнать много новой информации. Нам это интересно. Почерпнуть что-то новое. Привіт, Женя, як вам сьогоднішня подія, як конференція взагалі? Ну, на перший погляд, впечатляє конференція, на таких подіях я ще не був. Цікаво. Дякую. Мене звати Сергій. Я являюсь, ну, уже не являюсь, наверное, студентом Академии ЦИСКа, потому что я уже закончил все 4 семестра, но CNA еще не получил, сейчас готовлюсь к его получению, к сертификации. Вот. Но в связи с новой работой у меня сейчас нет на это времени. Вот. Поэтому, в общем, я в любом случае пришел посетить форум ЦИСКа, потому что я никогда не был на таких мероприятиях, мне интересно вообще, что здесь представляет, что здесь будет происходить. Возможно, какие-то новые вещи, возможно, я хотя бы погружусь в эту атмосферу профессионалов и инноваций технологических. Ну и к тому же у меня сегодня день рождения. Я решил его отпраздновать здесь, потому что мне его больше, по сути, отсутствие свободного времени и возможностей оставляет мне только такой вариант. Я работаю сейчас в BMS-сервисе, аутсорсером, по сути, в компании Astelit. Я учусь до сих пор в ЦИСКа Академии, которую организовал Константин. И, в принципе, все нравится, то, что сейчас я здесь вокруг вижу. Николай Воропаев, здравствуйте. Великолепно, на высшем уровне, мне все нравится. Нравится организация, нравятся сами лекции. Ну, в принципе, всем доволен. Спасибо вам. Специалисты с международно признанной квалификацией CCNA способны проектировать, настраивать, а также эксплуатировать компьютерные сети и соответствующее оборудование как небольших предприятий, так и огромных интернет-провайдеров. Среди них можешь оказаться и ты. Начни свою карьеру инженера сетевых технологий в IT-сфере вместе с ЦИСКа.